Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Еще раннее утро стоит, время 12 часов. Сегодня пойду прокачусь в парк Кусково на велосипеде. Подышу свежим воздухом. Вот, так как завтра на работу, сегодня надо прокатиться. И судя вот по последней моей поездке, я понял то, что в минус, до минус 10 градусов в неутепленных особо кедах и в носках шерстяных ноги все-таки после часа катания начинают уже подмерзать. Вот, поэтому я решил, ну, временно, пока не приобрел теплую обувь, да, решил приобрести вот такие вот самогревы у нас в магазине. Это стильки, китайские самонагревающиеся стильки. Значит, они, сразу учтите, что они одноразовые, вот, их хватает на один раз. Давайте пройдемся, значит, что такие за стильки чудо. Многие, кстати, возможно, уже знают эти стильки, так как они пользуются популярностью рыбаков. Кто занимается зимней рыбалкой, да, там хоккеем, катается на горных лыжах, на сноуборде, ну, там занимается трекинговой ходьбой, кто ходит с детьми, гуляет, неважно, в общем. То есть те, кто проводит время на открытом воздухе, в мороз, вот, значит, по составу, тут у нас что используется? Порошок железа 50%, активированный уголь 10%, хлорид натрия 8%, вермикулит 1%, древесная мука 3% и вода. 28. Нагревание происходит при взаимодействии с кислородом, как только продукт извлечен из упаковки, сделан в Китае. Ну, соответственно, надрываем, они сразу начинают греть. Вот. Держит тепло они, как написано, уверяет разработчик этих стилек, усиленная формула 6 часов тепла. Вот. Посмотрим сегодня. Вот сейчас вот я уже готов, в принципе, к выезду, да. Посмотрим, сколько они продержат. Поеду так не спеша, потихонечку прокачусь, вот, и посмотрим. Значит, производитель Сяньфукин Сань Технологи, ну, это Китай, да, продаются они у нас в Попмастере, вот, стоят они 179 рублей, это вот именно стильки. Грелки для тела, это такие же, налепляются, у них двухсторонний скотч с одной стороны, можно прицепить к любой части тела, если будет холодно. Я взял их на всякий случай, чтобы мало ли, если что, там куда-нибудь, да, то есть прилепить там, тоже как вариант. Стоят они 69 рублей. Вот. Собственно. Описание. Комфортно, удобно в использовании стильки самогрева, источник быстрого продолжительного тепла. Разработан на основе инновационных технологий стильки для ног. Самогрев подает вам тепло и согреет любую погоду. Инструкция по применению. Откройте упаковку непосредственно перед использованием. При взаимодействии с воздухом стильки начнут нагреваться. Поместите стильки в обувь тканной стороной вверх. То есть, соответственно. Стильки рекомендуется использовать в закрытой обуви под естественным постоянным давлением стопы. Тепло сохраняется до 6 часов. Средняя температура нагрева при правильном использовании 45 градусов. Стильки одноразовые. Повторному использованию не подлежат. Вот. Рекомендации по безопасности. Не вскрывайте стильки, не прикладывайте к ранам, порезам, поврежденной коже и после применения утилизируйте как бытовой отход. Так что, в принципе, я думаю, эта штука очень полезна. Ребят, покупайте, всем советую. Ну, тем, кто еще не разжился, допустим, теплой обуви, или даже если в теплой обуви ноги мерзнут, там, как вариант. Сегодня поставил, кстати, войлочные стильки в свои кеды и вот эти самогревы активирую. Так что будем смотреть. Будем посмотреть, как говорится. В общем, ребят, поставил я стильки. Вот, собрался, сейчас выезжаем. В общем, ногам уже так ощутимо тепло. Посмотрим, что будет дальше. Не переключаемся. Короче, ребят, уже час. Еду. Час. Стильки греют, полет нормально. За бортом минус 6. Минус 7 примерно градусов.
кстати, друзья велосипедисты, тут через Новогиреево, но если кто едет, Реутово, Новогиреево, переход неудобно сделали. С другой стороны пешеходный, нужно будет подниматься, спускаться, с велосипедом тащиться неудобно. Всем рекомендую по мосту проезжать. Там, по-моему, есть проезд. Вот так раз, и вы сразу на той стороне. Ну и так вам на всякий случай. Кстати, так что-то довольно-таки тепло вроде, плюс 3, плюс, ой, точнее минус 3, минус 5 сейчас. И уже пошел второй час моей езды. Ну, стельки оправдывают себя. Они довольно-таки теплые. Сейчас дают до парка, там посижу, покушаю, поем и буду выдвигаться назад. Что вижу интересное покажу, что не вижу, не покажу. Так что не переключаемся, всем привет. Конечно, тяжелее катать. Во-первых, снег. Во-вторых, одежды больше на тебе. Вот. Соответственно, ветер дует напротив. Поэтому приходится делать остановочки иногда. Почаще, чем летом. Чтобы отдохнуть, перевести дух. Взял с собой бигбон. Лапша бигланч. Даже это, конечно, не репчики, вот, не зайчики, но все же, что делать у городских жителей. Вот такой вот обед. Не, конечно, можно было бы взять что-нибудь с собой, приготовить, но что-то так было в лоб вести, так вообще в лоб было все вести. Лень, как говорится, такая штука, поэтому перекусим этим. Не, иногда хочется что-то, знаете, с охоточки вот такого вот поесть. Смесь из овощей. Суповая основа. И что у нас тут? Соус мясосодержащий. Блюдо второе консервированное, обеденное с мясом. Ну что ж, попробуем. Короче, ребята, у меня тут сегодня два термоса. Один с чаем, такой вот литровый. А второй чисто с литром воды для сублиматов взял. Поэтому сейчас зальем все, откроем эту кипяточку. Засыпем специи. Засыпаем основу мясную. Выглядит она, конечно, забавно.
Всем приятного аппетита. Так. Заливаем водичкой. Два глоточка, кипяточка. И ждем, пока заварится. Такой вот лес тут в Кусково. Уже лыжню проложили. Катаются бабушки, только что видел. Физкульт привет, надо передать им. Сейчас, если увижу. На второй круг пойдет бабулька. Пусть показал. Вот стелечки. Стелечки, кстати, греют, ребят, до сих пор. Уже сколько, 3 часа, они все еще вырабатывают тепло. Вещь вообще шикарная, так что всем советую к покупке. Покупайте, не пожалеете. Катать в морозы. Супер, куда-нибудь велопарады, велопоходы ездить. Прям шикарная вещь. Купил вот такой вот термос на максималках. Атико. Большой, да? Ну а что, литровый. Зато там чая горячего. Литр. А то мне не хватало 0,5. Сейчас откроем. Всем приятного чаепития. Так, кстати, ребят, между делом часы брал, вот эти вот спортивные, фирма Omax. Брал я их 3 года уже. Что могу сказать? Батарейку ни разу не менял. Плавал в них, вот на велосипеде катаюсь. То есть они водонепроницаемые. Часы отличные. Брал что-то за 1000 рублей или за 1500. Но, блин, шикарные часы на самом деле. 3 года не менял батарейку. Ровно ходит, время показывает точь-в-точь. Так что всем рекомендую. Фирма Omax. Вот такие вот спортивные часики. Ну, там у них будильник есть, подсветка, соответственно. Вот. Таймер, время показывает, все. Секундомер, как положено. Альтернативы даже шоком. Ну, кидать их, конечно, нельзя, но воду держит прекрасно. Хотя они у меня и падали, и бились. То есть обо что-то я их бил, цеплял на работе. В итоге все равно нормально. Ну, в общем-то, ребят, что могу сказать. Стельки уже пошел 3 час. Шикарно греют. Еще до сих пор вырабатывают тепло. Термос всем к покупке рекомендую. Вещь вообще отличная. Большой. Кипяточку попить. Чайку горячую. Вот. Ну, сейчас постепенно выезжаю ближе к дому. Сейчас ко мне друг придет, встретимся там, посидим, поиграем, фильм посмотрим. Вот. Свежим воздухом я подышал. То, что я хотел сделать, стельки испытал. Вот. Всем рекомендую. Сейчас еще доеду, посмотрим. Сижу там, сколько они тепло поддержат. Вот. Ну, кстати, у меня еще волочные стельки одеты под ним. Батарейка прям вообще резко садится, конечно, холодную температуру. Телефон заряжает, слава богу, пауэрбанк есть. Включает. Ну, не переключаемся. Что, друзья, уже 3 часа дня катаюсь я с 12 часов. Могу сказать про стельки, что вещь отличная, все еще греет до сих пор. Поставил я лайбу рядом с елкой. Везде уже елки поставили. Надо еще, кстати, на главную площадь съездить, посмотреть. Там наверняка тоже стоит.
Так что катайте, друзья, пока. И зимой, и летом катайте. Без разницы. Здоровье превыше всего. Это дом моего друга. Сейчас он выйдет. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки.